И уже завтра в Ульяновске стартует творческий сезон. После большого перерыва зрители ждут многие заведения культуры. 235-й театральный сезон драматически откроет Обломовым. Правда, любители высокого искусства ждет ряд ограничений. Во время антракта не получится перекусить в буфете. Зрителям необходимо иметь средства индивидуальной защиты, и количество продаваемых билетов тоже сократится наполовину. Но актеры должны играть даже без зрителей, даже на маленькое количество зрителей. И мы так соскучились по этому зрителю, нашему любимому, что как бы ждем этого момента. И вот открываемся мы Обломовым, у нас как бы юбилей, и театр Гончарова не может жить без Гончарова. Мы решили как бы уже не первый раз, а в четвертый поставить это произведение у нас на сцене. Еще до начала спектакля зрители ждет большая культурная программа, костюмированное шествие, экскурсия по театральным местам города и различные выставки. Выбор культурного досуга одной драмы не ограничивается. Своих зрителей в первую субботу сентября ждут небольшой и кукольный театр со своими программами.